Если вы еще не создавали личный онлайн-кошелек, то при запуске ноды нажимаем вот на эту иконку. И вместо нее появится иконка с ключиком. Нажимаем на этот ключик и вставляем сюда придуманный вами пароль на заготовленном текстовом документе. Пароль должен состоять не менее чем из 113-120 символов из больших и маленьких латинских букв с пробелами. Копируете его с текстового документа, копировать и вставляем сюда ваш пароль. И нажимаем «Войти». Нода по вашему придуманному паролю сгенерировала вам адрес вашего кошелька. Нажимаете на адрес кошелька, и вам выходят детали вашего кошелька. Копируете открытый ключ от вашего кошелька и вставляете его в текстовый документ. Нажимаете на адрес кошелька и копируете его адрес и вставляете в свой текстовый документ. Дублируете несколько раз. Нажмите вот на эту кнопку «Выход». Выход. Еще раз нажмите на эту иконку. Вставьте ваш пароль для проверки. Таким образом, в ноде можно создать столько кошельков, сколько вам нужно. Нажимаем «Войти». Ваш адрес и открытый ключ должны совпадать с тем адресом и открытым ключом, которые вы уже получили по вашему паролю. Сохраняете документ, делаете скрин документа и переносите документ на вашу флешку.